мы до идеала PlayStation. Все включается у нас одной кнопкой. Вот тут штука. Все подряд не нажимали, чуть-чуть спрятали ее. Нажимаем эту кнопку. Вот здесь срабатывает сервопривод. Нажимает кнопку на приставке. Включается приставка, подсветка, система охлаждения, телевизор. Все полностью автоматически включается. Звук. Включаются зарядки на джойстиках. Тут вначале показал количество запусков, сколько было, 59. Теперь пошел отчет времени, 2 минуты, который необходим на проверку запуска PlayStation, что она запустилась нормально. Все, она подсказывает, что дальше нужно сделать. Включить джойстик. Берем, включаем джойстик. Все, тут сразу запускается уже игра. Все, игра уже, соответственно, подсказывает, что нужно включить шлем. Включаем шлем. Вот шлем тоже включился. Все, тут предупреждение. Смотрим, что свободное место есть. Сейчас у нас приставка после включения находится в демонстрационном режиме, чтобы проконтролировать, что правильно запустилось. Заканчивается 2 секунды и включится режим рабочий уже. Все, в рабочем режиме воспроизводится реклама. Опять, следовательно, сейчас мы закинем жетончик и на экране начнется отчет оплаченного времени. Жетончик закидываем. Все, здесь пошло 10 минут. Приставка перешла в режим игры. Соответственно, 10 минут закончится. Можно добавить еще жетончик. Да, соответственно, добавится еще 10 минут. Еще жетончик добавляем, стало 19 минут. 10 минут добавилось. Закончится оплаченное время, приставка перейдет в режим воспроизведения рекламных роликов. Выключается все точно так же просто нажатием одной кнопки. Кнопку нажали, вот эту. По истечении 2 минут отключается питание подсветки, вентиляторов охлаждения, видеоплеер выключается, колонка выключается. Остаются включенными только зарядки для джойстиков, чтобы продолжался заряд. Выключилась.